Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Давайте продолжить. Так, я вижу, лагерь вернулся. Какое-то там еще задание взял. Не успел уехать, уже вернулся обратно. Какое-то дополнительное. Ну ладно, чё ж. Людям помогать надо. Надо. Тем более в зомби-апокалипсисе. Ну кто, кроме нас, друг другу еще поможет? Так. Так, давайте посмотрим, тут где-то, подожди, вот так где-то стрелял. Так, мое любимое оружие. Вот чем хороший арбалет. Вау, вот. На. Ага. Подожди, тут ягод. Что еще ты можешь рассказать, Рики? Раньше у их семьи было любимое место рыбалки. Они всегда ездили туда. Я отметила на карте. Ладно, начну оттуда. Отбой. Сюда. Вроде бы как бы и не к спеху, да, мне это. Ва! Смотрите. Еще один трофей. Есть. Ой-ой-ой. Это был последний. Ну ты выйдешь, нет? Интересно, а вот так пробьет? Давай, сейчас расстреливать буду. Ага. Это люди! Господи. А, тут вот так надо было взламывать. Что там, что там. Не так уж трудно. Ладно. Тут мне делать нечего. Пойдем. Ходят тут всякие, блядь. Так. Давайте посмотрим. Я что взял-то? Ой. Нет, ну давайте сюда съездим. Так. Это что-то мощное. Не. Всякие лопухи ходят. Какое-то расследование надо. Блин, ничего не вижу. Так, надо осмотреться. Надо. Что здесь? А, во. Что тут у нас? Вот нас сюда и приведет. Да тихо, блядь. На. Это здесь. Вот, рюкзачок. Ладно, посмотрим. Навык не растерял. Вот так вот.
Абигейл. Зато одного прихватила с собой. Рики, я нашел Абигейл. Слава богу, я уже... Нет, она мертва, Рики. Мне очень жаль. Габи, не бойся. Зато вторая жива. Я от Рики. Что, мамонька? Они убили мою сестру. Убили Абигейл. Ну ты-то пока живи. Я знаю и сочувствую. Давай вернемся в лагерь. Давай, пошли со мной. Нет. Я сама справлюсь. Я сама. Ладно, давай. Давай, я тогда по своим делам поеду. Да мне там еще ехать и ехать. Кто так дышит? Так только, блин, я дышу из этой перегородки на салон. Это такой же, что ли, объявился? Так, минутку, давайте на карту посмотрим, как мне ехать. Блин, вот эти горы, хрен объедешь. Вот здесь, по идее, так-то можно было бы переехать где-нибудь. Но мне все равно сюда. Так что как ни крути. Поехали. По центральным дорогам. Ой-ой-ой. А, ну-ка, подожди, а мы быстро-то можем, нет, туда телепортироваться? Ого, а я что тогда поехал-то, блядь? Опа, и мы там. Опа, и мы там. Давай туда иду, кто-то есть. Это люди! Да, бегом к нему! Рики, я ее нашел. У нас жива. Потери! Дикон, слава богу! Слушай, она не захотела идти со мной. Отправь на встречу вот кого-нибудь, кто ее знает. Она идет в лагерь. А, ладно, хорошо. Отбой. Люди. На блюде! Что вы делаете тут у меня? Ну как, ее кто-нибудь встретил? Да, Дик, все нормально. Она пережила шок, но такое тут бывало со многими. Мы все знаем, каково это, терять близких. Да, это точно. Так. Ладно, до встречи, Рики. Сам привезет. А мой мотоцикл. Кстати, мне всегда интересно было. Интересно, телепортируюсь я без мотоцикла или нет. Охренеть, так-то еще тащиться далековато. Ни хрена себе. Ты вернулся за моим байком? Ну просто не оставлять же его, Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал его ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Черт, спасибо. Как же я скучаю по свободе дороги. Надеюсь, тебе биопротез какой-нибудь поставят руку. Как в стальном алхимике. Ну, что ты, поплачь. Не стесняйся. Твою ж мать. Просила передать, она заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Ага. Забери у механиков. Забрать что? Прекрасно. И не благодари. Конец связи. Ладно. Как бы то ни было, я признателен. Давно не виделись. Так. Блэр, как поживаешь? Ага. Ну, это все есть. Ладно, оружие, что у меня? Оружие. Все есть. Ага. Так, ладно. Теперь байк надо заправить. Вот он, красавчик мой. Нет доступной работы. Дикон Сент-Джон, как дела? Бас, как дела?
Давай. Много топлива жрет, да? Вот, а. Да, для этого уже не прокачиваться. Ну да, ладно. Так, ладно. Здесь у меня заданий нет. А где есть? Вот здесь есть. Давай. Хотя надо по дорогам ездить, еще людей так-то освобождать, направлять их куда-нибудь. Только этих людей мало, конечно. Но они есть. Если этот пульт мне куда-то деть. Ладно. Сен-Джон. Заезжаем. Марк Коупланд вызывает Дикона Сен-Джона. Коуп, что рада там у тебя? Видеть. Да так, ничего. У меня ребята на днях забрели на гору О'Лири. Говорят, убежище какое-то нашли на старой егерской вышке. Да что ты? Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то байк без призора брошен. И хороший, говорят, байк-то целехонький. Да ну? Ну да. Ну и это не самое интересное. Самое интересное, они сегодня туда вернулись за этим байком, а байка нет. Удивительное дело. Коуп, занятно с тобой поболтать, но... Нет, погоди. Вот что действительно занятно. Они клянутся, что этот байк был очень похож на тот, на котором гонял Бухарь. Короче, я тебя что правильно понял? Вы, значит, заявились на гору О'Лири, нашли там вроде как байк Бухаря, и первое, что пришло вам в голову, а давайте-ка его сопрем. Возьмем на хранение, Дик, на хранение. Но нет, об этом я подумал во вторую очередь. А первой моей мыслью было, а куда делся старина Бухарь? Мы не говорит, давно его не видел. Ну, да, если встречу, передам, как ты по нему скучаешь. Конец связи. Дик, спасибо, что приехал. Что рассказывай. Будешь? Помнишь Ларсена, который заметил ту девицу в Мэриан Форкс? Ну, я тебе о ней говорила. Да, помню. В общем, он снова туда пошел. Посмотреть, что там еще есть. И не вернулся. Мы думаем, что его захватила группа номадов в тех краях, в Белнапе. Черт, где в последний раз видели? В одном здании на востоке города. Отель Old Wagon. А, знаю такой. Спасибо, Дик. Я у тебя в долгу. Ну, давай. Так. За байком своим пришел, да? Эй, Зенни. Так, куда мне ехать? А, знаю такой, да, лесоруб-то, блин. Недалеко. Пока. Пока. А, Дик, сейчас открою. Давно пора. Дикон Сен-Джон, слышишь? Слышу, слышу. Да, Майк, слышу. Рики рассказала, как тебе удалось. Как ты спас Габи, а? Я просто хотел сказать спасибо. Я эту девочку с колыбели знаю. Конечно, Майк. Мне только жаль, что я не успел помочь Абиге. Ты сделал все, что мог. Спасибо за это. До встречи, Ник. Я рад, что... Ух ты, сколько оленей. И зомби, все в одну кучу. Олень на дороге. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас плохая. Среди зомбиков-то тормозить. Дико, слышишь? Да, Эдди, говори. Как будет возможность, заскочи в лазарет. Случилось что? Нет, просто надо поговорить. Ну ладно. А, ладно, понял. Доступно новое задание «Единственный друг». Ну-ка, вон там, а что у нас? Там ничего не меняется. Ну, может, хоть спасти кого-нибудь. Ну ладно.
с горочки. Давай. Катись колесико. Кутись, овальное. Даггер, я у отеля Old Wagon. Захожу внутрь. Видишь Ларсена? Он там? Что нового? Не знаю, но если там, я его найду. Отбой. Так. Вот так. Блин, вон там вот. Давайте-ка в домик за... А, нет, пока миссию выполняю, там, наверное, никто и не появится. Кто это был? Помогите! Я здесь! Зараза! Подожди. Первым делом байк. Ты-то уж подождешь. Столько ждал. То, что надо. Вот так. Ну вот, порядок. Блин, вот эту церковь еще тоже открыть могу, смогу, поди, нет? Ой-ой-ой, вон он. Снайпера нет нигде. Вот так. Заперто. Нормально ты себя здесь чувствуешь? Здорово, Ларсен. Ты как тут? Сен-Джон. А я вот думал, заеду в город, выпью с корешами. Я тебя освобожу, и ты сразу беги. Меня просить не придется. Не знаю, откуда ты взялся, но честное слово. Ну, беги. Ну, вроде как. Защита слабых. Не выйдет. Понятно. Так, смотрим. Я туда не пойду. Почему? Не-а. Ладно. Тогда давай вот сюда посмотрим. Так. Зомбики-то все ушли. Место-то было расчищал. Посмотрим, баба вернулась в дом, где жила. Или где-то там дальше. Ладно, по сюжету надо. Остальные сожгу потом, когда вернусь. Что сожгу потом? Хм.
Что, нет у тебя? Пока на первом этаже. О. Записка от мамы Лизы. Что же стало с ее родителями? Понятно. В общем, ее дома нету. Домой она не возвращалась. Класси. Смотрите, как я тебя протаскивал еще. Надо было байк нахуй сюда подгонять под туда. И вылить отсюда уже. Так, мне далеко ехать? А, обратно на базу. Хорошо. Приехали. Чтобы во время езды на байке выбрать цель и переключиться на другую, нажмите так. Вот мы знаем. Такер, слышишь? Я нашел Ларсена. Он возвращается в Hot Springs. Молодец. Я скажу Илкаю его встретить. Ребята видели еще упокоителей. Они движутся на север, к Белнапу. Нам нужны люди. Конец связи. Нам нужны люди. Я есть могу. Есть охрененные товары. Бас, как жизнь в лагере? Ты же знаешь, что я могу. Ну да, ладно. Даже не представляю, еще увидимся. Захреначить их. Дикон, на секунду. Говори. Как Уильям, давно его не видно. Как бухарь, да как и все, выживает. Ну, значит, получше многих. Да. Нормально, рука же одна есть. Ты приглядывай за ним. В смысле? Ну, потерять руку это серьезно, у него жизнь перевернулась. Ну, это была так себе жизнь, ты давай его уж прямо скажем. Единственный. Пойдем навестим тогда его. Так, единственный друг на 97%. Выживать не значит жить. Ну давай, бухарь. Рики молодец, без нее бы тут все развалилось. Все с ним нормально. Жить будет. Откуда ты знаешь, что будет, не будет? Ну только где вот он? Нет доступных задач. Эй, Дикон. Эй, Бас. Первый фрик. Я была на работе, ага. Как выяснилось, в последний день. А где этот бухарь тут хоть ходит-то? Ладно. Пусть пока где-нибудь ходит, гуляет, дышит свежим воздухом. Так, что у меня? На другую базу. Хорошо. Давай. Вот я приехал. Так.
Что это за хрень нахрен? Я открою. Осторожно. А, вот ты где. Привет. Как успехи? Слушай, я занят. Ну, увидимся. Да, да. Проехал сюда ради тебя, чтобы посмотреть, как ты копаешь. Чё ты, блин, еще? А, Дик, сейчас открою. Да так доеду. Недалеко. Эдди, ты на связи? Да, Дикон, я здесь. Твою мать, вот. Слушай, ты знаешь, походу он там сник совсем. Что-то я... Ну все, правильно еду. Я уже за него волнуюсь. Да, я тоже. Когда он ко мне зашел, он был какой-то злой, подавленный. Я за ним присмотрю, чтобы не натворил каких-нибудь глупостей. Может, придумаю что-нибудь. Постарайся, Дикон. Для него это важно. Конец связи. Мало ли. Дик, это Такер. Заезжай, для тебя дело есть. Подожди. Такер, привет. Ладно, постараюсь. Конец связи. О, трамплин. Давай. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. За месяц до того, как все случилось, я написал в своем блоге «Прощай, свобода». Ну-ка, стой. Запаситесь едой и водой на год. Потому что я знал, что бы нас не ждало впереди, анархия неизбежна. Так что, я там был? Нет, я там не был. Я надеялся, что смогу подготовить хоть кого-то. Тех, кто меня действительно слушал. Ну-ка, давайте посмотрим, выживут, что там. Когда все накроется медным тазом. Но оказалось, что слушали меня немногие. И вот, продовольствие на исходе, люди начинают голодать. Помните басню про муравья и стрекозу? Мы, муравьи, те, кто готовился к грядущему катаклизму, не смогли оставить умирать от голода вас, беззаботных стрекоз, проплясавших все лето и не думавших о будущем. И теперь мы все расплачиваемся за это. Умрем ли мы от голода? Не знаю. Рыбы становится все меньше. Целый лагерь, братья, все труднее. Это вы меня подстеречь пытались. Уже не помню, когда в последний раз я видел зайца или оленя. Но вот что я вам скажу. Мы не обратимся друг против друга. Нет уж. Этому не бывать. С вами Марк Гудланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Черт, это просто бред. Если ты не заметил, стрекозы вооружились до зубов. Пришли к вам, поубивали всех муравьев и забрали все, что у вас было. Если уж говоришь притчами, Коуп, так хоть выбирай их с умом. Твою мать. Я еще не добежал просто до них. А я их здесь еще, думаю, где-то их отметил. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Я не вижу остальных. Сбор.
ищем убийц. Нужно перебить всех до последнего. Так, смотрим. Вау. На, есть. Блин, далековато. Боюсь пугнуть. Что, нравится, а? Приколись. Кое-кто может и выстрелить в ответ. Это люди! Иду назад! Прикройте меня! Прикройте! Так. Давай. Где ты, падла? Но ты попал. Я не понял. Ни хрена. Да. Где ты? А, вон. Но все, не уйдешь. Так. Здесь у нас что? Снайпер-то там где-то далековато, да? Ладно. Смотрим, что нам тут. Целый лагерь этих ублюдков. Экс. А где ты булькаешь? Я бы разделил бы с тобой твою печаль, если бы знал бы, где ты булькаешь.
Блять, все вниз спускаться надо будет. Так, давайте сбавим шум. Все. Что вы можете? Ну да, ожидаемо. В следующий раз дважды подумайте, прежде чем на кого-то напасть. Так. Бункер. Да, наверняка у них был бункер. Ну вот он. Только. Кого найти? Нашел? Бункер. Прям встал на него. Вот он. Сейчас будем искать припасы. Карта с пометками. Так. Угу, да, еще одну что-то открыл. Им-то она уже ни к чему. Все, сохранили. Выходим, что-то бункер-то маленький какой-то. Ох, отмы. Ладно. Ищем топливо. Есть тут топливо? В вашем грёбаном лагере. Ну-ка. Вот так. Давай посмотрим тогда. У этих пластырь сейчас возместим. Уверен, что у кого-то из них все равно это есть. Оп. Ну, пока не возместили. Вот, все, возместили. Здесь что? Понятно. Карта. Пометками. Пометки-то есть. Топливо-то где, блин, нахрен? Почему должен бегать по всему лагерю? В поисках топлива. Ни хрена себе. Ага, мясо. Вот так.
открыли, да, немножко кусочек карты такой большой, кстати, открыли. Ну-ка, могу я без этого? Вот сюда, допустим. Ага, не могу только рядом с байком. Ну, ну и понятно. Запас силы всяк. Мне это кажется, что мой байк будут привозить, если я когда-нибудь до базы доберусь, его приведут. Но это будет стоить денег. Так что... Ой. Давай, давай. Мне сейчас прыжок еще совершать. Похер на дело. Да уйди. Ой, а байк там и там. А вы мне мешаете к нему пройти. Так что, извиняйте, еще и уронили, падлы. Бам! Охренеть, ладно. Сейчас еще разок. Господи, как будто вы меня можете догнать всей своей толпой. Шутники, блин. Что, не могу топливо с собой ввозить? Канистру. Открывайте ворота, это Дикон. Конечно, это я. Где тут? Можно. Так, заправляемся. Эй, Дикон. Бас, как жизнь в лагере? Сейчас все будет. Я все сделаю. Все. Ну да, ладно. До встречи, Дик. Недоступных работ. Проехать к указанной точке. Есть охрененные товары. Бас, как дела? Видите, товар есть, у тебя уже все взял. Заходим. Рассказывай. Вот здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда?
Да, месяц назад Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут... посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двоих. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку и пришлю ваших людей. Эй, ты чё психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамита? Ты мне это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь, а? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь. От грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка, хватит! Охранник! Хватит! Мать твою. Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Сейчас? Да. Прямо сейчас посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, да? Ну все, ладно, прекратите. Ладно. Ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Ну, ради бога. Охренеть. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. А я не знаю, дитё. С Эвансом. Дик, я просто не хочу, чтобы с ним в этой вылазке произошел какой-нибудь несчастный случай. Господи, за кого ты меня принимаешь? Я пока не определился. Поговорим, как вернешься. Ну чё, петушара? Готов? Куда мы едем? Lucky Lad, знаешь, где это? Да. Я тебя там подожду. Да? Не отставай. Так. Ну, так напрямки можно. Дикон, ответь! Это лагерь Lost Lake. Прием. Да, Рики, что случилось? Я тебя искала, а ты пропадаешь где-то. Я с Шиза. Майк дал поручение. К утру вернусь, а что? Я просто хотела узнать, когда уже поедем трансформатор чинить. Ты все мечтаешь о горячем душе? Типа того. Куда ты гонишь ночью-то, придурок? Утром, тогда и обсудим. Конец связи. Идиотинушка. Вот сейчас поймают тебя на веревочку. Свернешь ты свою шею гусиную. Вот тебе и весь выебон. Ну, где застрял-то? Я отвлекся. Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водище все же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Водище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Ну не стреляй, только не стреляй. Было больше. Идем. Ну-ка. Майк сказал, взрывчатка хранится в сейфах. Где-то в конторе должен быть комплект запасных ключей. Сразу шакалы. Как же они меня бесят. Хоть в чем-то мы согласны. Беру. Ну, наконец-то. Ну, лезь уже.
Вот так. Вот так. Эй, иди сюда. Давай я тебя подсажу на крышу. Да мне не надо. Дверь заперта. Сможешь выломать? Не, ее там чем-то подперли изнутри. Шакалы? Не знаю. Надо найти другой путь. Готов? Да, и давай, я уже расчистил. Залезай. Там. Залезай! Есть! На гнездо похоже. Пригодится. Нашел. Чё? Шизо! Готово. Ага, поищи, не завалялись там фаеры осветительные. Ты что, не взял фонарик? Взял, но батарейки сели. Их теперь еще попробуй найди. По крайней мере, такие, чтобы работали. Фаеры. Шиза! Взял. Я нашел фаеры. Ага, попробуй высадить дверь. Я зайду и заберу их. Так. Ладно. Смотрим. Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, 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 слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. Дай сюда, дай сюда. Да, мне все, я очень постараюсь. И пойми, уродец, что один ты не справишься. Ну, пошли. Ну, веди. Подождите, а я здесь был же, да? Да, когда вот этих зачищал сюда и, блядь, приезжал. А, о, вот сюда потом заехать надо будет. И мудохаться, мудохаться. Видишь, как я и говорил. Вроде бы вот тут можно будет протиснуться. Помоги-ка. Ну давай, вставай. Давай, толкай. Толкаю, толкаю. Так, используй этот валун. Есть. Вот. Блять, как между ними можно было пройти. А выдержит? Надеюсь. Блять, в шахту. Ну единственное, что там в шахте может никого и не быть. Напоминаю, пушку не доставай. Ты же сказал, там никого не будет. Я этого не говорил. И я серьезно. Если фрики есть, хватит одного выстрела, чтобы они все сбежались. Да понял я тебя. Господи. А куда они делись? Конечно, есть. Фрики. Всегда нужно. Навозник грибов собрал. В первый зал можно прийти прямо по главной штольне. Нам сюда. Давай, иди. А, черт, тут пройти не получится. Куда нам? Глянь карту. Есть другой туннель? Вентиляционная шахта? Они начали строить соединительный туннель. Но его закрыли из-за угрозы обрушения. Где? В той стороне. Здесь? Да. Ну, похоже, его закрыли. Дангер, опасность. Хотя щель-то вон она. Ну, выглядит как-то неустойчиво. Я тебе так и сказал. У меня есть только это. А у тебя фонарик. Уступаю честь тебе. Ну ты сучара. Видимо, не просто так они свернули работы. Тут, походу, одной динамитной шашки хватит, чтобы
Вся шахта обрушилась нам на головы. Да ладно, не сгущай. А что не сгущай-то? Если так оно и есть. А выйдем там, где эти... Один. Ты как где только что перебил их. Твою мать. Проскочили. Грабители этих. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. Пойдем. Что ты делаешь? А как ты думаешь? Фаеры кидаю. Зачем? У тебя есть карта. В этом долбанном лабиринте полезно знать, где мы уже проходили. Так. Да. Сколько ты хочешь накидать-то? Что? Твои люди. Да. Торос этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему. Такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торос неделю его ел. Прекрасно. С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. Я тоже. Отойди-ка. Ну-ка. Фригом их не оставлю. Ну здесь-то нахрена ты их сжигаешь-то, дебил? Дышать-то мы как будем? Идем-ка на выход. Пришли оттуда. Подожди. Посмотрим поближе. Стоп. Нет, не сюда. Сжег, да, их как бы считается. Вот это быстрее-то можешь ходить здесь? Нет. Давай, здесь можно пролезть. Вот, лампу бы зажигал. Тут тесновато. Пролезешь? Ну, я-то не сижу весь день на жопе. Очень смешно. Давай. Так, первый зал должен быть здесь, совсем рядом. Если ты ничего не перепутал. Не перепутал. Блять, там разбить надо будет. Ну давай. Пойду за тобой. Видишь, ключи не потерял? Нет, вот они. Понятно, пойдем все по порядочку, потом туда пойдем. Стенку разрушать будем. А ты-то что сможешь? Не веришь? Конечно, как себе. Идем. Может, все в одном месте сложили. Проверим второй. Сюда. Давай вернемся. Что за недоверие? Пропустили туннель. Ирка. Вот, лампы поджигают, я тебе еще раз говорю, дебил. Это твои шашки. Нет, стой, стой, мы где-то ошиблись. Дымят нахрен. Что? С чего ты взял? Да с того, что мы пришли не отсюда. Ты думаешь, эти фаеры типа отрастили ножки и сами пошли? Может, я запутался. А не было здесь фаера.
Ой, какой ты дурак. Так, стоп, секундочку. Это главный тоннель. Что? Это главный тоннель. Видишь рельсы? Когда мы вошли, мы рельсов не видели. Как это? Но вот же мои файеры. Как они... Так. Там нету ни хрена. Исследователь, бля. Он первый квест, который, блин, записан был. Тоже весь исследовал. Вон они откуда ползут. А, кто-то над нами стебется. Пошли, сюда. Стой, стой. Погоди секунду. Мне кажется, бежать придется нам. А ну кто здесь? Выходи! Покажись! Шиза, лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? Один выстрел. Один. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что ночью тут не будет никаких Нет. фриков. Вот тебе. Бери! В него не попасть. Вот сука. Эта тварь ключи утащила. Черт. Эй, ты куда? У него ключи, ловить надо. Стой, вернись. Да ведь уйдет же, зараза. Ах ты, засранец! Иди сюда! Отдавай ключи, гаденыш мелкий! Куда ты делся? Да! На! Ты еще дышишь? Давай. Вот так. Дебил! Ты так фриков со всей шахты приманишь. А черт! Ладно, ладно! На. Пушку убери! Ты что несешь-то, а? Дебил, бля. Вроде это все. Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь. А что мне было делать? Бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз. Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. За что? Что спас тебе жизнь. Если бы ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Ну? Да, пора бы. Падла, винит всех. И вся. Тварь такая. Слушай, насчет Бухаря. Эдди сказала, кто-то пытался спалить его татухи. Упокоитель, да? А тебе-то что?
Я слыхал от одного намада, будто упокоители ищут двух бешеных псов. Как думаешь, о ком речь? Ну, как видишь, я до сих пор ношу цвета. Мы не прячемся. Если Карлосу нужен бухарь, он его найдет без проблем. Но сначала ему придется побеседовать со мной. Да. Пойдем, пойдем. Ой, повылазили, суки. Фонарик бесконечный, чё радует, блин. Походу, у него на тебя был зуб еще до нарушения перемирия. Был зуб. Слушай, я не знаю, и мне наплевать. Случалось ли мне убивать упокоителей? Было дело еще как. А после того, что стало с Бухарем, я буду убивать этих психов и дальше. Да? Но Карлос среди них главный псих. Ты лучше не дразни его, братан. Ты слышал, что я тебе сказал? Мне наплевать, и я тебе не братан. Помнишь, что я говорил Майку? Срал я на вашего Карлоса. Тебе же забочусь. Ты теперь один из нас. Ну да, ну да. Блин. За нас с Бухарем не парься. Без твоей заботы обойдемся. Давай. Микрорегистратор. Нет. Так, пока нет. Потом. У меня тут зомби. Я от них отбиваюсь. Орды зомби. Апокалипсис. А мне надо друга спасать нахрен. Я динамит сейчас ищу. Есть. А, неплохо. Старик будет очень доволен. Он тяжелый. Опа, целый ящик. Конечно, тяжелый. Это как понимать? Ты знаешь старика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде... Срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хот Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам, я сам понимаешь. Сам все видел. Своими глазами. Они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Я уверен. Давай. Вот. Дышим. Ух ты, никогда еще так не радовался солнцу. Да уж, я опять с тобой согласен. Уже второй раз за день. Погоди-ка. Там кто-то есть. Эй, тут бай. Внутри кто-то есть. Эй, ты что, прячешься? Штаны наложил. Мародеры. А, готовься. Мистер, признаю, мои ребята вышли. Давай разделимся. С двух сторон зайдем. Ой, сестренка, я думал... Стреляй в этих! Ага, задаем жару! Ага, все к нему! Ты за все заплатишь! А, не жалей патронов! Ой, для себя-то любимые. Стреляй в этих гадов! Все? Вроде все передохли. Да. Давай смотрим, что у меня. Пошли. Надо забрать динамит. Походу, это те же гады, что разворотили байки. Ехали мимо, увидели наши. Подумали, легкая добыча. А оказалось, не такая вот уж легкая. А мы с тобой хорошая команда. Хоть и неприятно это говорить. Так и не говори. Эй, я что сказать? Наши хочу. Байки пока не разворотили. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростертыми объятиями, я думал, у него маразм. Старик-то наш уже не тот. Ну и к чему ты клонишь? Я к тому,
что мы с тобой друг друга поймем. Я это вижу. Ты сам знаешь, если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдешь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал. Что уж поделать. Но все видят, что ты сделал для друга, что делаешь для лагеря. Ну? Скоро все изменится. Меня выберут. Когда Майк, скажем, пойдет отдыхать, мы с тобой станем править лагерем вместе. Ой, я не хочу править. Мы с тобой правим лагерем. Значит, вот к чему ты ведешь. Да ты слушай, придурок. Слушай внимательно. Ага. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Ни хрена, Рики никогда на это не купится. Да он рохля, как и старик. Железный Майк тебе доверяет. И это ошибка. Одна из многих. Которую я не допущу. Да, я понимаю, что мы все хотим выжить. Конечно. Но есть грани, которых я еще не перешел. Например, ударить друга в спину. Одна из них. Лучше уж старика, чем весь гребаный лагерь. Ты подумай об этом. А я подумал. Если уж у него такие идеалы, будем придерживаться их. Так, а мне надо детали взять еще. Дубину надо восстанавливать. Куда ты ломанулся? Мне барахло нужно. Ладно, я об этом подумаю. Почему Майк доверяет такому уроду? Да еще сделал его начальником охраны. Лос-Лейк, ответьте. Дикон Сен-Джон вызывает так. Майка. Дик, ну что, вы ее нашли? Взрывчатку? Нашли. Да, Майк, нашли. Шиза забрал все и повез в лагерь. Слушай, Майк, я должен тебе сказать... Хорошо, хорошо. Только нам теперь нужен к ней запальный шнур. Ты же понимаешь, я посмотрю по документам. Майк, да. Послушай. Шиза, он... Ну что еще? Опять решили друг в друга подстрелять? Нет, Майк, он... Слушай, он хочет управлять лагерем. Он мне сказал, что... Да это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил. Шиза считает, что нападает. Я пацифист и что я всех нас угроблю. Он друг прощупывает почву. Майк! Дик, я же сказал. У Шиза свои загоны, но... И у нас ведь тоже. Спасибо за заботу, но я могу за себя постоять. Конец связи. Господи, ладно. Делай по-своему, Майк. Как всегда. И еще волк где-то там, она. Бухарь, ты на связи? Да, Дик. Только вернулся с работы. Опять полдня таскал Федора с дерьмом. Вот сволочь этот Шиза. Не стану врать, я скучаю по всему этому. По Одищу. Что поделываешь? Все гоняешься за Нера? Высматриваешь вертолеты? Ага. Ну и как? Узнал что-нибудь про Сару? Нет. А нет. Сколько ты будешь терпеть? Он тебя разводит. Нет, он выясняет. Просто нужно время. Я к тому, что не надо зря тешить себя надеждой. Конец связи. Давай, где ты, Мишка? Дик, как будет вот время? Так. Заскочи в лагерь. Надо поговорить. Привет, Рики. А, да, хорошо, заеду. Конец связи. Все. Мишку заломали. Как по новостям, он десантник один заломал Мишку с ножом. Мишка на него вышел, а у него десантник нож. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня поговорим о наркотиках. Я не люблю это дело.
О, я ненавижу наркоманов. Наркотики. В 96-м году в распространении в Центральной Америке кокаина обвинили ЦРУ. Да, вот так они управляли массами, чтобы получать свой кусок жирного пирога. И вот, откатав эту схему там, федералы решили сделать наркоманов из нас, честных американских налогоплательщиков. Они везли сюда кокаин из Южной Америки целыми самолетами. Грузили его народу бочками, чтобы держать нас на крючке. Под кайфом. Под пятой своих дорогих ботинок. Они наживались на нашей беде. Федералы делали на нас миллионы и вбухивали бабло в свои секретные операции, попутно разрушая нашу страну. Но, к счастью, больше мы под дурью жить не будем. По крайней мере, мой народ. Мой. Поверьте, трезвыми целее останетесь. С вами Марк Копланд. Это вот в этом плане-то я согласен. Да? Тебя когда-нибудь резали? Блин. Кому-то нужна помощь. Опа. Давай. Всегда пригодится. Охренеть, прям здесь. Помоги, помоги мне! Я здесь! На помощь! Тихо, тихо, тихо! Все Что? Хорошо. Эй, слушай, водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи мне. Покажи, я пойду. К железному майку пойдешь. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. А, я думал, мне конец. Охренеть. Спасибо. Ну иди давай. Спасибо тебе огромное. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться. Блять, мне теперь где-то надо искать лом. Эй, у ворот кто-то есть. Это Дикон, впусти его. Вот к железному майку-то и приехали, блять, так вышел бы. И за то, что, наверное, я ниже не спасаю их, они у меня появились прям передо мной. Я не знаю. В смысле не знаешь? Он был с тобой. Ну, было, потом свалил куда-то. Хрен его знает. Шиза, ты чё мне втираешь, а? Отвали. Слушай, он взял бутылку виски и сказал, что идет домой. И все. И ты его даже не остановил. Вот ублюдок. Эй, мы пытались. Но иногда человека надо отпустить. Надо понимать, когда он спекся. Вот так ты даже... Уже бы тебя выгнать бы нахер. Такс. Для начала заправка. Есть охрененные товары. Эй, Бас. Так. А, полный бак у меня. Если вспомнишь, что нужно, приходи. Рики, ответь. А в чем дело? Бухарь ушел и не вернулся. Черт, ты за ним выехал? Тебе помочь? Нет, я сам его найду. Осторожней там. Так, а мне куда-то ехать надо? Ну, в принципе, недалеко. Бухарь, ты меня слышишь? Бухарь! А, да, тихо. Да, я тебя...
где тебя носит? Стемнеет уже скоро. Где? Я на ферме. Я на ферме. Господи, жди меня, я сейчас приеду. А, ждать здесь. Да, я понял. Нет проблем, я тут на ферме. Старый маг на ферме жил. Черт. Бля, тут все уже расколупано. Так, вот эта ферма. Рики сказала, бригада была здесь. Бухарь! Слышишь, бухарь! Черт! Вот эта ферма. Давай. Металл нужен. Потом тулом, может быть, и кого-нибудь еще достану. Где бухарь? Что? Здесь никого нет. На сегодня работа закончена. Нет, он еще здесь. Здоровяк, однорукий. Да, я понял, о ком ты. Он пошел в ту сторону, к тому старому дому. Я думал, за ним кто-то приехать должен. Увидишь его, скажи, пусть... С кем разговариваешь? Повернись с ним. Сообщи мне или Рики. Ладно, не вопрос. Блин. Как в детстве на мотоцикле ездили. Бухарь! Ты меня слышишь? Бухарь! Где тебя носит, бухарь? Шиза сказал, у него бутылка виски. Куда пойти, чтобы нажраться виски? Да. Может, на ферму улизнул? Так. Наверное, мне сюда. Бухарь, ты здесь? Нет, не здесь. Это его следы. Наверняка. Ну да, посидеть, книжку почитать. Бутылка виски. Пустая. Секундочку. Упаковка пива. Опа, пропачало, еще и брызгает какой-то хрень. Банши, сука, заткнись.
Твою мать. Вот так. Ни хрена ты бегаешь. Так. Их из сарая позвала. Ну давай смотреть, что там. Так, ты сюда вышел. Я пошел сюда, пошел. Нет, нет, это в той стороне. Блин. Куда, блин? Так, надо осмотреться. Вот. Посмотрим, что тут у нас. Бутылка пустая. Он идет в ту сторону. Черт. Шиза прав. Он идет домой. Бухарь! Бухарь! Что? Как дела, старик? Бухарь, ты сказал, ты на ферме. Я вот приехал, и тебя тут нет. Это какая? Так это я на другой ферме. Я пошел на другую ферму. Нашел упаковку пива, и я решил сходить прогуляться. Ну, типа закатом полюбоваться. Все дела. Ну, в общем, я... дошел до другой фермы. Старый маг на ферме жил. Черт! Ох, ты что там делаешь, придурок? На. Это здесь. Вот. Ладно, где? Смотрим. Вон еще бутылки. Пустые. Следы. Ясно? Значит, ты не в амбаре. Дом. Ну, дом с амбаром вряд ли спутаешь. Так. Спокойной ночи. Пос...
Бухарь, ты здесь? Бухарь! Наверху? Ну, и куда теперь? Господи. Еще одна спальня. Да где ты, твою мать-то? Ну, куда? И еще одна бутылка. Тут мокро, но лучше не знать. Бухарь, ты где? Бухарь! Дик, а я думал, ты приедешь сюда, с тобой пивка, прогуляемся. Так, скажи мне, где ты? Посмотри по сторонам. Что ты видишь перед собой? Что там рядом? Дай мне хоть ориентир какой-то. Да все я сказал тебе. Ой, ты смотри, прикольно. Что там? Что у тебя там прикольно? Дорога. Дороги нет. Ты надо же. Как будто кто-то пришел и, не знаю, просто смел ее нахер. Дороги нет? Ну, это как будто кто-то пришел и смел дорогу нафиг. Я иду себе, иду, и бац, дорога кончилась. Куда? Куда ты идешь? Домой. Я иду. Домой. Будь там. Просто оставайся там. Спрячься только. Услышишь мой байк, вылезешь. Я еду. Я ни от кого прятаться не буду. Я иду домой. Тихо. Домой. Да липко ты, блин. Чтоб тебе пухонь. Дорога разбитая. Не мог пойти далеко. Где тут дорогу размыло? Это что? А, еще одна бутылка. Так, надо осмотреться. Есть. Это точно он. Давай. Все, не уйдешь. Вот его следы. Нашел. Бухарь, ответь. Я уже рядом. Я пошел по твоим следам. Как ты меня и учил. Бухарь, ну хватит. Подожди ты на месте, а? Так. Открываем, открываем, открываем. Не спешим. Вон он. Вот он. А там орда. Не поздновато гулять? Дик, как дела, приятель? Ты далеко собрался? Домой. Чего непонятно? Домой. Мы не можем сейчас вернуться на гору Али. Да пошел ты нахер со своей горой. Я иду в Фервал. Короче, все, пошли. Не, братан, давай-ка не хочешь мне врезать? Тогда давай, вставай в очередь вот за этими. Налетай! Дебил. Ну что, это все? Значит, давай, мы сдохнем вот так. Давай. На сейчас разбежался. Ну, Бухарь, а? Бра. Помнишь, когда погибла твоя жена? Что я тебе сказал, моя Джо? Что я тебе сказал? Ты сидел с полупустым ящиком вискаря и собирался убиться до смерти. Что я тебе тогда сказал? Ты взял бутылку и выпил залпом, она была полная. Сказал, что если уж упиваться насмерть, то ни в одно рыло. Так будет по-братски. Ну вот. Хочешь подохнуть и меня тяни? Ну, так что, Бухарь? Это все? Мы сдохнем вот так? А, они куда-то бегут уже. Хрен с ним, погнали отсюда. Быстрее, гони! Гоню я! Давай еще быстрее! А, там машины разбитые. Да я вижу, блядь!
Вау! Вот так вот. Черт, фрики! Да уж заметил! Все, не успели догнать. Это последний. Теперь все нормально будет. Ну да, я знаю. Я не сомневался. Ну, не сомневался. Эй, эй, Дик! Что? Бухарь, слушай! Не, я просто хочу сказать. Спасибо, брат. Да нет, Бухарь! Соткнись и послушай! Ты приехал сюда и спас меня и чего-то снова. Я у тебя в долгу, короче. Я в долгу. Нет! Бухарь! Это я у тебя в долгу! Короче, слушай! Если бы не ты, я бы. Ну, оклемаешься? Конечно. Разговор был не закончен. Моя коечка зовет. Вот. Другое дело. Ну, теперь нужно вернуть смысл жизни. Да, Рики, нашел. Как он? Так. Скажем так, завтра у него будет зверское похмелье. Похмелье? Где мой гаечный ключ? Я как раз хотела навестить его в 6 утра. Так, хорошо. Да, да, слава богу. А мы куда пойдем? Подожди, тут. Я очень рада, что он живой. Какую-то миссию дают. Эй, Рики, у меня к тебе просьба. Ага, какая? Насчет руки Бухаря. Ты вот крюк сделала, и он классный. Но было бы очень круто, типа, вместо крюка, ну, не знаю, прикрепить нож. Ну, короче, клинок, понимаешь? Ого, но... погоди. Помоги. Спасибо. Ну так... Ага, я извиняюсь. Ну, ты опять в масле нахрен захренать. Сделала протез с клинком для Бухаря. Ну да, вдруг понравится, почувствовать себя, ну. Типа как боевой робот. Ну, не то чтобы прям как. Ну, смысл тот же. Да ладно, я стебусь. Это крутая идея. Гляну, что у меня есть, и скажу тебе, что мне нужно. Идет. Супер. Вот доступна работа. Дик, слава богу. Что случилось? Тебе знаком некий Джошуа Харпер? Харп? Да. Может быть. Знаком. Никогда этому козлу не доверял. У него еще бандана такая черная, все на голову ее наматывал. Как хипстер, да? Да, и чутье тебя не подвело. Он пристрелил Дэна Лейна в спину, проигравшись с карты, и слинял. Боже, куда слинял-то? Патруль видел, как он направляется на юг. Они побоялись к нему подойти. Думаю, он присоединился к группе намадов. Мне очень-очень нужна твоя помощь. Я понял. Разберусь. Я отметила место, где его видели. Спасибо, Дик. Так, и давайте-ка сразу возьму еще одну миссию. Купишь что-нибудь? Эй, Баз. Так, это вот мне туда, куда надо приехать. Вот миссию вот здесь вот возьму одну. Тоже. Чтобы сменить ракурс во время прицеливания. Бухарь, слышишь меня? Это Дик. Спит, наверное. Дик, это ты? Черт, извини, не хотел тебя будить. Брат,
день лопатой махать. Я после такого моментально врубаюсь. Что происходит? Просто хотел узнать, как ты там. А то вдруг ты опять решил прогуляться под луной с фриками по... Дик, так, давай. У нас тут серьезная проблема. Говори. Помнишь Ричарда Марсдена? Он с нами ездил. И? Как же. Помню я этого козла. Я думал, Элкай вытурил его. Вытурил? Но Марсдена это не устроило. Он присоединился к группе номадов возле Блэк Крейтер и устроил с ними налет на наших людей во время вылазки. И там номады, и там номады. Черт, никогда мне этот гад не нравился. Я с ним разберусь. Спасибо, Дик. Я знала, что на тебя можно рассчитывать. Можно и нужно. Так. Эй, как дела? Зенни. Вот сюда мне. Опа. Увидимся. Дик, есть для тебя кое-что. Привет, Майк. Слушаю. Рикки дала мне список, сказала, что для Бухаря. Просила связаться с тобой. Ну, говори. А сама она где? Там у них с Эдди какие-то дела, я не спрашивал. В общем, нужна труба из оцинкованного металла. Такие на стройках бывают. Еще нож из углеродистой стали охотничий. Еще металлолом. Ты понимаешь, зачем ей это все? Конечно. Ты сам сказал, лучше не спрашивать. Конец связи. Так, что мне нужно? Нужен нож, труба и металлолом. О, господи, Рикки. Труба. Ну, какая попала, не подойдет, да? Нужна труба с какой-нибудь стройки. Стоп, секундочку. Я вроде видел недостроенный дом в Мэрион Форкс. Вот там надо поискать. Бухарь, слышишь меня? Это Дик. Спит, наверное. Дик, это ты? Черт, извини, не хотел тебя будить. Брат, целый день лопатой махать. Я после такого моментально врубаюсь. Что происходит? Просто хотел узнать, как ты там. А то вдруг ты опять решил прогуляться под луной, с фриками поплясать. За меня не переживай. А ты как, слышу, катаешься там где-то? Мне надо поспать. Поговорим потом. Отбой. Это далеко бежит. Аж ко мне бежит. Ну ладно. Прибежал, молодец. Все пока есть у меня. Да где ты? Потерянные идут. Вы неплохо стреляете. Любите бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? Он где-то здесь прямо-таки. Мы едины. Я пришел дать тебе свободу.
говоришь, ты сволота. Ага. Так. Где? Так. Вот он. Я ранен. Как ты можешь ранен быть, если тебе... Всех перехерачили они. Твари такие. Ну пойдем. Отбрыкались. Ну что, нравится, когда на вас... Так, а я где-то был? Нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбаные. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. Так. Пойдем. Ну, я даже как-то не подумал, что тут бункер есть. Единственное, что тут топливо, блин. Где топ? Вот оно. Бензин. Ладно, хоть знать будем, где бензин у нас здесь. По дороге заберем. Лошадь недоеденная. Так. Где? Бункер. Вот он. А вот и люк. Спускаемся. Давай. Ну, спускайся. Карта. О, карта. Они тут все подробно разметили. Так, бомба с датчиком приближения. Все, можно идти. Вылазим. Ну и к байку. Сейчас его заправим. Нет места. Ой-ой-ой-ой, крики. Ой, как грозно. Там еще наверху вышка, блин.
Побежали. Прийти пришли. Сейчас обратно уже бегом. Можно-то побыстрее передвигаться. Вот так. Хорошо. Так, а мне куда надо? Трофейная охота. Конечно. А, среди трупов мне надо его сыскать сейчас. Ни хрена же. Так. Блять, знал бы, да сразу бы обыскал бы все. Пойдем наверху посмотрим. Я сомневаюсь, конечно, что это может быть снайпер. Но тем не менее, проверить надо всех. Блять, ну мог бы и так бы спрыгнуть. Так. А чё, кажется, сука, самый последний. Так. Да. Ой, а я и не доехал. Я тогда здесь забыл. Еще ехать и ехать. Давай, охота-то мы любим. Только не на животных, а на людей. Так. На.
Вот так. Да твою мать. Проехался. Да твою мать. Так. Ну не факт еще. Вот черт, так. Откуда вы взялись? Давай. С тебя падла мы с ним, или с тебя? Заряжаю, заряжаю! Все? Ждите, ждите. Осталось немного. Мне надо денежку за труп получить. Ну вот лагерь-то есть, но... Сомневаюсь, конечно, что, блин, вот так вот прям они рассеяны друг у друга. Ой-ой-ой-ой-ой, вот он. Вот я думал, это мой мотоцикл, думаю, как он там оказался, почему он разбитый. Вот так. Давай. Манки позволяют отвлечь внимание, это мы знаем, или привлечь, если в группу бросить их. Это Ди, открывай. За байком своим пришел, да? Эй, Зенни. Так. Байк жрет нехило. Пойду отчитаюсь. Спасибо, что зашел. Да. Такер, вот тебе новая шляпа. Молодец. Тяжело было с ним справиться? Да не. Если да, мне что, больше заплатят? Нет. Так какая разница? Просто хочу порадоваться, что он помучился, прежде чем сдох. Да нет, сразу завалил. Такер, я не ради твоего развлечения этим занимаюсь. Трофейная охота.
Чем могу помочь? Ну что ж, на этом все. Руки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!